Доброго времени суток вам, Созидатели! Недавно мы провели экстренный информационный стрим по игре Ро. Ссылка на видео будет в описании. За это время мы смогли собрать больше информации о сложившейся ситуации с проектом на Кикстартере. Если вдруг кто еще не в курсе, краудфандинговая площадка приостановила сбор средств на проект, а все собранные средства решили вернуть бэкерам. Причина такого решения – нарушение условий сбора средств на Кикстартере. После случившегося в массы понесли информацию о том, что разработчики Ро – мошенники, игра никогда не выйдет, а собранные деньги планировали потратить на личные нужды. Но так ли это? Мы постарались в этом разобраться. Со слов Killer Hole Games, так называется компания, которая взялась за разработку игры, над проектом они трудятся уже более 2 лет на движке Unity 2017. Поначалу они вообще не планировали собирать деньги с бэкеров, но со временем пришли к тому, что вдвоем они могут не справиться и разработка может затянуться на долгие годы. Для того, чтобы ускорить процесс создания игры, им надо расширить штат. В целом логическое объяснение, тем более они решили создать не сингл с сюжетом, а MMORPG-песочницу с детализированным миром в 400 квадратных километров и серверами до 200 человек. По описанию с Кикстартера, для того чтобы началась игра, игроки должны выбрать себе мэра, а мэр должен выбрать место для закладывания фундамента города. После чего начинается игра. Проект планировался как социально зависимый. Покупка и строительство домов, торговля и ремонт автомобилей, игроки должны были работать и друг от друга зависеть. Все социальные функции должны были выполнять сами игроки. Полицейские, медики, работники эвакуаторов, строители, наркоторговцы, грабители банков и так далее. Для того, чтобы реализовать этот проект, разработчики попросили на Кикстартере для старта 78 900 долларов США. Они стали настолько интересны своей идеей, что на момент блокировки, а это за 32 часа до окончания сбора средств, они получили от бэкеров более 193 тысяч долларов. После блокировки сборов официальный сервер Дискорда игры Ро превратился в настоящий ад для разработчиков. Они услышали много неприятных эпитетов в свой адрес и сравнение с социально запущенными личностями. В общем, на сервере настолько было жарко, что уставшие от происходящего бэкеры сами попросили разработчиков заблокировать все каналы Дискорда до их официальных пояснений. Представители Killer Hole Games сообщили, что смогут дать свои официальные пояснения после того, как получат ответ от Кикстартера, который всячески, по их мнению, уходил от ответов разработчиков игры. Так или иначе, все получили ответ в течение суток. Как выяснилось, причиной блокировки стало официальное заявление Killer Hole Games о намерении продолжить сбор средств на другой площадке – Indiegogo. А это является прямым нарушением условий сбора денег на самом Кикстартере. Разработчики приуныли из-за потерянных почти 200 тысяч баксов, а бэкеры из-за потерянного времени и разбитых надежд. Конечно же, бэкерам все деньги вернут, а Kickstarter останется без своих комиссионных, но при этом сохранит репутацию самой надежной площадки для сбора средств на проекты, продукты или стартапы. На этом история не заканчивается. Некоторые активные бэкеры попросили Killer Hole Games продолжить сбор средств на том же Indiegogo или на собственном сайте. Разработчики с радостью согласились и сделали об этом объявление. Стоит отметить, что в игровом сообществе появляется еще одно дружное комьюнити, которому также надоели наколенные подделки от именитых крупных игровых изданий. Остальные бэкеры поддержали эту идею, а разработчики пообещали в течение 2 дней предоставить новое геймплейное видео и заняться вопросом продолжения сбора средств на проект. 2 дня прошло, видео нет. Тут надо высказать наше мнение по этой ситуации. Наш канал всегда поддерживал инди-студии и саму идею издательства игр без влияния сторонних издателей, которых больше интересует финансовая сторона, а не конечный продукт. И во многих случаях именно геймплей страдает в пользу экономической выгоды издателя. Чтобы хоть как-то защитить идею права на создание игр мелкими и начинающими игровыми студиями без издателя, мы начали штурмовать разработчиков игры Ро. Если верить информации на Кикстартере, то разработчики уже делают игру более 2 лет, а мультиплеер уже готов. Для того, чтобы нормально реализовать заявленный проект, старый Unity не очень для этого подходит. Мы все знаем игру Rust, она сделана на таком же движке, и мы все знаем ее проблемы с серверами. Позже разработчики подтвердили, что игра создается на Unity 2017, а не на 2019, у которого более продвинутый мультиплеер. Тут надо отметить, если разработчики не переведут игру на новый Unity, то скорее всего бэкеры могут получить второй Rust. Следующий вопрос, который нас заинтересовал. Зачем собирать деньги на других площадках, если они сами сказали, что игру и так планировали выпускать без краудфандинга, а приняли такое решение, чтобы расширить штат разработчиков и ускорить выход игры?
Чтобы игра вышла в ранний доступ, для этого им надо было 78 тысяч 900 долларов. А получили они от бэкеров более 193 тысяч вечно зеленых. И тут у каждого может возникнуть подозрение о том, что игра вообще не готова. Просто есть идея такой игры, не более того. Толком на этот вопрос мы не получили ответа, а нас, как и всех, попросили ожидать геймплейного видео от разработчиков. Мы все прекрасно понимаем, что геймплей и ролик геймплея – это разные вещи. Можно держать в руках джойстик и совершать какие-то манипуляции и смотреть на заранее смоделированную ситуацию, то есть на видеоролик – Game in Capture. Еще момент, на который мы обратили внимание, все разработчики нам показались русскоязычными, а отсюда возникает логический вопрос. Как они смогли попасть на Kickstarter? Ведь по правилам Kickstarter список стран, которым разрешен сбор средств, очень ограничен, и там нету стран постсоветского пространства. Если внимательно изучить страницу Ро на Kickstarter, то мы с вами можем увидеть, что Killer Hall Games зарегистрированы в Германии. Поэтому у нас возникли абсолютно логические вопросы, которые мы задали разработчикам. Вопрос. На кого зарегистрирована фирма в Германии? Ответ. На меня, то есть на Артура. Вопрос. Являетесь ли вы гражданином Германии? Ответ. Я сейчас проживаю в Германии, но нет, у меня нету немецкого гражданства. Вопрос. Какой город? Вы бы могли встретиться в Германии? Ответ. Со всем уважением к вам, ребята, но сейчас вообще не до гулянок. Дальше мы написали причину таких вопросов и дали свои пояснения. Скрин сейчас вы видите. На что получили ответ с ссылкой на статью PC Games. Просьба не путать с PC Gamer'ом. Следующий интересный комментарий, который поступил от представителя Killer Hall Games, звучит так. Ну, прикол в том, что к нам в квартиру никто в этот день не звонил. С этими газетенками вообще связываться не хочется, так как им на самом деле похер на разработчиков. Единственная их цель, за которой они гонятся, это нагон трафика на свои сайты. Но тут стоит отметить, что именно эта газетенка, несмотря на все, что произошло, отчасти оправдывает разработчиков. В ходе расследования журналисты PC Games установили, что разработчик Артур Хартиканен действительно живет в Германии. Журналисты хотели побеседовать с разработчиками, но получили отказ по электронной почте. Ну что же, подведя итоги всего происшедшего, на данный момент мы не рекомендуем поддерживать данный проект. Что касается планов разработчиков насчет собранных средств, все очень туманно и расплывчато. Мы можем изменить свое мнение после того, как разработчики игры предоставят стримерам доступ к игре в том виде, в котором она находится, для демонстрации ее публике. Ждем от Killer Hall Games адекватных действий, направленных на общение с игровым сообществом. Также хотим вам напомнить, что на днях мы провели розыгрыш 5 ключей от программы Game Glass. На самом розыгрыше мы объявили об еще одном розыгрыше. На этот раз мы планируем разыграть стартовый пакет Star Citizen. Сам розыгрыш состоится 20 июля этого года. Также этого числа будет проведен розыгрыш Banu Merchantmen среди наших патронов, которые числились активными бэкерами по состоянию на 7 июля этого года. Время розыгрыша будет сообщено позже, следите за новостями. С самими же правилами розыгрыша вы можете ознакомиться в наших социальных группах, сервере Дискорда, а также под этим видео. Да пребудет с вами Бог рандома! Ну а если вам нужны корабли Star Citizen с пожизненной страховкой, то вы их можете приобрести у Майта. Также регистрируйтесь по реферальному коду и получайте 5000 внутриигровой валюты. Присоединиться к нашему мультиигровому сообществу Код Гейминг вы можете в Дискорде. Все важные ссылки под видео. На сегодня все. Спасибо, что были с нами.